Это вот заказываем мы блинчики. Как готовят блинчики? Девушка Тайка сейчас нам блинчики приготовит. 30 рублей блинчик. 30 бат. Какая разница, 30 бат или 30 рублей. Так все просто у нее получается. Но это, по-моему, на этой девушке, по-моему, готовим. Оп-оп. Руками так, профессионально. Когда мы пришли, она уже где-то... Девушка на мотоцикле была? Сейчас, блинчики. Оп. Нам два, да. Один, два. Вот яички. Оп. Все так просто. Готовит 30 рублей сейчас. Ну это не нам блинчик она готовит. Нам она будет делать со сгущенным молоком. Это да? С мороженым. Ой, с этим. С шоколадом. Ну все, что можно. Блинчики. С луком, перцем и солью. Только надо ей как-то объяснить. О, бананы она сейчас положит. Ну так вот, раз и жарила. Своя. Че? Че я больной? Че я не больной? Блинчиков захотелось, сибирских блинчиков. У нас сибирские блины в городе, а здесь тайские блинчики. Тайский, Таиланд готовит блинчик. Хоп, она вот так, хоп, сдулась. Видишь, как сбивает, все, хоп. Все, порежет сейчас. Ну, это я понял, она не нам делает. А что на два штуки, она спросила. У меня такое ощущение, что это она нам такие сделает. А нет, ей. Вот, тут деньги готовит. Я же говорю, что у тебя в машине. Да ладно, туда они повернут. У меня такое ощущение. Ну все тихо. Расчет. Вот так вот. Два блинчика по 10 рублей. Круто. Вот. Сейчас нам готовят. Бананчик нужно порезать. Очистить, покрошить мелко. Видишь, как профессионально все покрошило. Так, тут там 2 минуты наговорили. Сколько интересно будет жарить. Так вот мелит. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Бананчик. Блины с бананчиками. Поместила. Сбила. Там какое-то масло у нее специально она добавляла. Видите, какая-то у нее красивая баночка. Чик-чик-чик, руками раз, все. Каждый день? А? Каждый день она вот этими руками, хоп, и вытянула, смотри. Труд физически, это вообще стоит у печки этой плиты целый день, жарит блинчики. Вот она насыпала туда этих бананчиков, все уже их заворачивает бананы с яйцом, и они запекаются. Это можно дома самим теперь сделать, бананчики построгать, в яйце размешать, тесто приготовить под сусеком, и все, готовое блюдо тайское, банан, блинчик, оп, уже поджарился, классно, ручками. У нас так пельмени делают, а у них делают эти блинчики. Все, тарелки что ли готовят? Готов. Ну и то же самое, она сейчас второй блинчик. Что-то порвался. Что-то блин комом пошел. Жарит, заворачивает. Теперь вот так вот. Блинчики.
Ничего сложного, все раз. Культурника порезала. Сгущенное молоко у них. Сейчас сгущенкой помажет. Контейнера. Налог какой-то, а? Надо заплатить. Какой налог? Они, наверное, тут... Да-да-да-да, с собой. Спрашивает, сгущенку надо? Нет, она спрашивает, с собой. Красиво получается. Да, да, обязательно, шоколад, намного. Что поливает? Думаем, что шоколад. Шоколад. А? Шоколад. Как бы ни оказалось. Какой-то приправа. Все. Супер. Быстро, супер. Вкусно, может быть, будет. Там супер девчонки выходят на Волкин-стрит. И мы тут. Зубочистки не надо, ну. Спасибо. Thank you very much. Очень красиво. Очень.